Последняя депортация азербайджанцев из древнепроживавших на территориях нынешней Армении началась в 1987 году и продлилась до 1991. За этот период из Армении было изгнано около 300 тысяч азербайджанцев. На сегодняшний день в Армянской республике не осталось ни одного этнического азербайджанца. Ереванец Армен в разговоре с Баку ТВ рассказал, как азербайджанцы жили в Армении рядом с армянами до 1987 года. Здравствуйте, Армен. Да, Гюнеджа, здравствуйте. В прошлой беседе вы рассказали, как вы жили с азербайджанцами, соседями, которые жили с вами в Ереване, в одном здании, в одном подъезде. Я бы хотела, чтобы в этот раз вы рассказали более обширно ваши воспоминания, какие-то моменты на данную тему. Как я помню, в Ереване, где много жили азербайджанцы, центральная часть города, я вспоминаю, много домов было, частные дома возле кинотеатра России. Большинство жили азербайджанцы в центре. Был Масис, район Масис, вообще полный весь район, жили азербайджанцы. Межнациональные конфликты вообще не были до 87 года. Никто не спрашивал, какая у тебя национальность. Это вообще, Советский Союз. Еще, кроме Масиса района, где жили больше азербайджанцы, Капане, Гюльбекисе тоже, и очень много количества в городе Джермук. Там были многоэтажные такие квартиры, не многоэтажные, девятиэтажные, десятиэтажные здания. Здания там, весь район, Левый берег, жили азербайджанцы. Вечером собирались все, и туристы, и местные. Звучали и армянские песни, и азербайджанские на азербайджанском языке. А после 87-го уже не могу отвечать. Все знают, что было. Армяно-азербайджанская дружба сильно была. Если я не говорю про всех. Например, брат мамы, имя Норик, у него 100 друзей был азербайджанцев. Он тоже жил в левом берегу Джермука. И всегда гости к нему ходили вечером, друзья азербайджанцы. Во дворе у нас, например, когда мы играли в футбол, азербайджанские парни были Раиб и Тарзан, два брата. Вместе футбол играли. С 83 до 87 я учился в пищевой техникум. И уже с 87 все, уже они все уехали. А я хочу рассказать про Зейнабу Хандарову. Был концерт, очень шикарный, стадион Рактан, 75 тысяч мест, все заняты. Кроме этого, говорят, что 100 тысяч человек еще на ногах стояли и слушали Зейнабу Хандарову. Половина этих людей, 100 тысяч стоящих и 75 тысяч сидевших тогда, половина, наверное, была азербайджанцы местные, где жили они. И праздник был, вот концерт. Вражда кому приносит пользу? Никому. Я ведь теперь тоже общаюсь с азербайджанцами, но они из Ирана, из Тавриза. Не только из Тавриза, да, много у меня гостей бывают. Очень хорошие люди. 90% наши туристы из Ирана, они азербайджанцы. Здесь они никому не боятся, громко говорят в родном языке, азербайджанском.